Всем добрый день! Вы на канале Сад Александры, и сегодня хотел бы вам показать, как дождались розочки своей посадки. Хранила я их на неутепленной веранде. Ничего я их не поливала, ничего с ними не пересаживала в горшки, двойную работу не делала. Просто они у меня стояли там. Как началось тепло, я их вынесла в коробках. Они у меня вот так вот стояли под затеняющую сетку. У нас вот шел ливень, все коробочки размокли. И вот я вот выставила вам несколько экземпляров, чтобы показать, как же вот они себя чувствуют. Это Firefox розочка. Показать, как себя корневая система ведет. Вот что-то проснулось больше, что-то меньше. Вот, видите? Не грунт, а опилки такие вот мелкие. Они здесь себя. Ой, сейчас я просто эту коробку буду все стряхивать сразу же. У меня тут грязища не было. Там у меня водичка подготовлена. Вот там вот водичка подготовлена у меня с феровитом и цирконом. Ну вот. Видите, влажноватые они. Корни вот так, видите, заплетены. Всасывающих нету. Ну, их все равно надо обрезать, потому что, чтобы простимулировать корневую, подписываю я на малярном скотче маркером. Так надрезаю, чтобы... Ой, все падает. Чтобы потом мне не запутаться. Так, потому что они у меня в воде будут стоять несколько дней. Вот, и все. И в водичку ставлю. Вот, водичка у меня там. Ну, я потом долью. Сейчас просто не очень удобно. Так. Следующее. High Magic. Коробки, конечно, все раскисли уже из-за дождя. Он, видите, проткнула. Она решила, чтобы ей было попросторней, сделать так. Вот видите, подписано еще здесь. Это у меня уже остатки. Досадить надо. Видите, какие уже побежки пошли. Пошелушу вам немножко. Ну, я так основную массу убираю. Кое-где вот подсохло. Опилочки подсохли. Вот это, видите, это ниже прививки, получается, пошло. Ну, это я при посадке уберу, чтобы не вытягивали. Вот здесь вот. Вот корешок. Махонькие. Вот пошли. Вот это непонятно, что. Но это ниже прививки. Это дело не пойдет так. Мы сейчас все уберем. Так. Здесь я уже просто подготовила, чтобы время не терять.
Ну, стараюсь на верхушке, наверное, получше. А потом просто я бирочки подписываю пластиковые. Сейчас просто в ведре стоят, чтобы не перепутали все. Вот так вот. И в водичку. Вот так вот они там будут стоять. Давайте я вам еще покажу. Это у нас Донателло. Вот. Видите, как делают? Не всегда корневая хорошая. Видите? Сколько наверху и сколько внизу. Ну, здесь вот почки пошли. Надо подписать. Видите, я вот так ножичком для прививки разрезаю сразу. И вот так вот. И маркером сейчас он у меня упал. Ой. Так, это у нас Донателло. Открываем. Не всегда хорошо открывается. Ну вот. Такое тоже бывает. Вот. А, там несколько слоев почему-то получилось. Скотч просто уже заканчивается. Поэтому так получилось. Вот так вот заклеиваю. И все. Кстати, видите? Что-то прям вообще саженец не очень хороший попался. Midsummer. Сейчас я вам тут еще два покажу. Ой, задела телефон. Дальше уже, чтобы ваше время не отнимать, буду уже без вас распаковывать. Вот, видите? Ну, по ним, в принципе, можно определить, которые вот хорошо проснулись, у них из корневой, видите, как все хорошо. А кто плохо, вот видите, сколько всасывающих корешочков. Кто плохо, у них изначально что-то не то с корневой идет. Снимаем только вот такой вот, прям. Остальное проще так кинуть. Чтобы корень не оборвать. Сейчас я подпишу и тоже положу. Давайте последнего покажу. Ой, коробка сыпется. Это у нас черная магия. Опять телефон задел.
видите, всасывающие корешки пошли. Сейчас мы вот здесь посмотрим, что здесь пошло у нас. Ну, вот такая вот корневая. Вот видите, тут уже всасывающий, все пошло, проснулось. Ну, видно, по верхушку можно определить, насколько корневая хорошая. Здесь хотя бы, видите, какое-то равновесие есть. Не там, где было много стволов, а корня толком нет. Ну, все, сейчас я подпишу. И остальные замочу, и все. На день можно на два, кто-то даже на три замачивает. Ну, чтобы напитались. Они некоторые прям суховатенькие. Но это я затянула в этом году. Поэтому долго готовили, так сказать, клумбу под них. Поэтому. В общем, всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.